Невероятные превращения. Шаровары трансформируются в элегантное платье. Как, рассказывает дизайнер Марина Вовк. Сейчас мы будем с вами создавать маленькое интересное черное платье из обычных брючек-шароварчиков. В данном случае у нас они черные, ткань трикотажная. Разрезаем нижнюю часть штанов. Ну, естественно, разрез должен быть по центру. Длина разреза 20-30 сантиметров. Теперь с обеих сторон пришиваем вот такую тесьму с кнопками. Можно купить кнопочки отдельно, но тогда просто существенно дольше нам придется их все перешивать. Отрезаем ленту необходимой длины и пришиваем ее. Мы вручную, вы можете сделать это на машинке. Так будет гораздо быстрее. Одну сторону мы уже пришили, теперь осталось точно так же все пришить с другой стороны, вторую полосочку. Полосочки пришиты, и, по сути, у нас все готово. Поэтому можем примерять наше платье. Даже вот эта вот тесьма с кнопочки смотрится очень симпатично, как украшение. А для чего мы ее пришили? Для того, чтобы наше платье мы снова смогли превратить в брюки. Вот такая у нас получилась универсальная вещь. Творите и будьте модными!